Здравствуйте, уважаемые пациенты! Сегодня мы хотим вам рассказать, как правильно обрабатывать рану непосредственно, как только вы ее получили. Для того, чтобы показать вам, как нужно обрабатывать рану, для этого мне понадобится всего лишь один манекен с раной. Любой раствор антисептика, в нашем случае это хлоргексидин, также вы можете поменять его на тот же мирамистин или местамидин. Раствор бетадина, однако, если вы используете местамидин, вам нельзя будет использовать раствор бетадина. Также нужны будут салфетки медицинские и стерильные, мазь левомихоль и повязки пластырные. Ну и, конечно же, не забываем про перчатки. Все это можно купить за 500 рублей, цены будут приведены ниже. Для того, чтобы обработать рану, вам понадобится раствор хлоргексидина. Вы добавляете его непосредственно на медицинскую салфетку, промакиваете полностью медицинскую салфетку, чтобы из нее можно было выжимать. Обрабатываете рану. Старайтесь делать движение от раны к периферии. После этого использованную медицинскую салфетку выбрасываем в какое-то определенное место. Берем снова медицинскую салфетку и хлоргексидин и выполняем все то же самое. Почему мы не используем перекись водорода? Да все просто. По многочисленным исследованиям перекись водорода, так же как и спирт, выполняет перекисное окисление и приводит к патологическому рубцеванию раны, поэтому его лучше не использовать, опять же, если вы заботитесь о себе и своих близких. После этого вы берете бетадин, также добавляете его на салфетку, чтобы салфетка была мокрая. Но помните, что бетадин очень сильно пачкается, поэтому будьте аккуратны. И также наносите его на рану, чтобы рана обильно промокла. После этого вы можете его просушить, и увидите, что сформировалась такая защитная пленочка, которая будет действовать на ране. Потом снова выбрасываем. После этого вы берете мазь левомиколь и наносите ее непосредственно в саму рану. После чего берете дополнительную салфетку и прикладываете сверху. Затем берете повязку лейкопластырную, отрываете ее и клеите непосредственно сверху. Вот на этом, собственно, и все. Перевязка выполнена. Дальше необходимо утилизировать перевязочный материал. Если вам понравилось это видео, то пишите комментарии, ставьте лайки, колокольчики. И не забывайте, что VIP-клиник, все, о чем мы заботимся, это вы.